Всех приветствую, продолжаем изучать притчи. Буддийская притча «Бить по воде». Один монах, поступив в монастырь Шаолинь, думал, что его наставник сразу же научит его секретам кунг-фу. Мастер действительно показал ему технику. Она заключалась в том, чтобы бить ладонью по воде. Учитель сказал: «Возьми ведро, налей туда воды и бей по поверхности воды ладонью. Когда вся вода выплеснется, наливай снова и бей. Ежедневно занимайся только этим». 2 года этот монах бил по воде, а затем вернулся домой. Друзья и родственники стали его спрашивать: «Ты пришел из монастыря Шаолинь? 2 года ты учил кунг-фу. Чему же ты научился?» Монах ответил, что за эти 2 года ничему так и не научился, и в сердцах стукнул кулаком по столу. Стол был толстым, но он сломал его. Тогда все вокруг решили, что монахи монастыря Шаолинь обладают секретной силой, но говорят, что ничего не знают. Вот такая буддийская притча, она называется «Бить по воде». Пока-пока, до свидания.